Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Инвестиции в искусство. Российские современные художники». И сегодня поговорим о работе Екатерины Ивлевой, московской художницы, которая называется «Дорога к свету». Вы знаете, уже несколько эфиров мы эту тему обсуждали. Ну вот сегодня давайте посмотрим на итоговую готовую работу. Напомню всем, что меня зовут Игорь Суздальцев, и это Интерстрим инвесторов Ютрейд ТВ. Давайте посмотрим на саму работу. Я включаю ее демонстрацию. Мы видим здесь, что на этой картине «Дорога к свету» изображена молодая девушка в красном платье, в соломенной шляпке, которая идет по долине Кокора в Колумбии, которая отличается тем, что находится на огромной высоте. И пальмы, чтобы вырасти и пробиться к свету, и получать этот свет, должны расти очень высоко. И поэтому они самые высокие в мире и растут выше гор и даже выше облаков. Поэтому те, кто гуляет по этой долине Кокора, нередко гуляют по облакам, друзья. Это такая уникальная особенность, за которой весь мир едет в эту колумбийскую долину. Ну, а для нас это принципиально, потому что жизнеутверждение, как один из принципов ютрейтивизма, здесь проявлен в полной мере. Пальмы стремятся к свету, чтобы выжить. Очень интересное решение, друзья, цветовое в этой работе. Мы видим ярко-красное платье, золотые волосы, салатовую траву. Екатерина так и говорит, что именно там так все и выглядит. И мы ей верим, поскольку сами не были. На среднем плане мы видим зеленые горы, на дальнем – синие. Это искажение цвета в связи с большим расстоянием. Ну а высокие светлые пальмы с темной кроной, они, конечно, создают уникальный, неповторимый колорит. Посреди каждой пальмы мы видим коричневые, как бы такие сумочки – это кокосовые орехи. Поскольку пальмы очень высокие, до 50 метров, то и орехи практически невозможно снять, редко кто до них добирается. Настроение, конечно, прекрасное. Девушка идет к свету, так сказать, все цвета радостные. А композиция составлена, на мой взгляд, очень взвешенно, сбалансированно, удачно. И такую картину я вижу в любом офисе, в любом доме. Она везде создаст уникальное, радостное, приподнятое настроение. И я поздравляю Екатерину Ивлеву с этой блестящей работой. Напомню еще раз, Екатерина Ивлева, холст «Масло», 2021 год, «Дорога к свету». Спасибо, друзья. Всем удачи.